Привет, мои дорогие друзья и зрители! Сегодня прекрасный солнечный день, и мы отправляемся на праздник. Сегодня в Болгарии большой праздник, День Святого Георгия. День мужества, славы и храбрости. Кто у нас самый храбрый всегда? Ну, естественно, наши войницы, доблестные воины. Поэтому мы сейчас поедем в порт Варна смотреть представление морского десанта. Ну, если успеем, и все нам удастся. Осталось найти парковочное место, и все нормально. Так, мы в порту. Когда будет высадка десанта, мы пока не знаем. О, тут можно ходить туда. Да, если там у тебя Коля есть знакомый. Ну, пойдем еще пройдемся туда, я хочу посмотреть. Коля, почему ты не так красиво одет, как этот мальчик? Я не на работу сегодня. Да, ну, сегодня здесь были высадка десанта демонстрировалась. Было очень интересно. Но мы проспали. Да, но мы, конечно, опоздали. И сейчас вам просто покажем кораблики опять. Это кораблики болгарские. Детей пускают даже на кораблики. Не знаю, нас, наверное, не пустят. Я вообще обожаю ходить по кораблям, но... С детства, да. Но думаю, что здесь нас не пустят. Но зато здесь есть вот моряки. Вот такой у нас тут есть кораблик. И такие красивые моряки. Очень красиво. О, как я люблю кораблики, моряков. Сразу поняла детством, морем, Владивостоком, папой. И нахлынули самые приятные воспоминания детства. Вот они, наши моряцы. Красота. Как красиво. Так, все, кораблик называется «Смелый». Сейчас сфотографируюсь с моряком. Давай. Давай, будет контент тебе. Конечно, а где моряк? Давай, ну вот там стоял, с ним все фотографировали. И теперь он уже ушел. Ну, да. Давай, другого.
Ну, давай найдем другого. Сейчас найдем. Это моряки, морячки. Есть. Струма. Ой, смотри, тут даже есть вот такие табло. А это как ты думаешь, это главные? Главные, которые на корабле, командир. Да? Командир. Командиры? Так, отойди-ка командира с ними. А вот это кто? Это пришли военные корабли наши. А зачем? А по кого они? Защищать страну врагов. А кто их враги? Секрет большой. Кто у них враги? Это да. Секретная информация. Ну, что ты ответишь, ребёнок? Да-да. Море сегодня прям волнуется раз, волнуется два. Видишь, вот, вот так вот. А, прямо. Далеко-далеко? Да. Ну, этот корабль, видишь? Угу. Так, ну что, прекрасно прогулялись. Сколько рыбаков. Вот тут клёв хороший, видать. О, сколько кильки, видишь, на удочке? Ага, да. Вот эти кораблики сдали. Вот это самое богатое. А вон те самые бедные. Супер. Десант пошел пугать рыбу. Вот это он решил там покатать детей, наверное. Такие лодочки катают детей и взрослых, а можно всем. Ой, поехали тоже покатаемся на лодочке. Супер, катание народа. Нашего любимого Георгия с именинами. Сегодня большой праздник в Болгарии. Ну, на Преманадное. Мы все еще гуляем в порту. Нашли такое дерево на стоянке. Наша прогулочка на Георгиев день в парке Приморском Варны. Такая красота в этом парке у них всегда. Вот это вот очень красиво. Эти клумбы. Прекрасно. Все цветет, пальмочки.
деревья, вот каштан. Прямо у нас перед нами красота. Вот это, почему-то все эти деревья называют сакура. Сакура это разве? Да не знаю. Я думаю, что да. Я тоже думала. Ну, мало ли, сакура же намного ответвлений и сортов имеет. Ну, может быть, это болгарская, будем считать. Да, вот это каштанчик. Это не планетарий. А, вот это вот, типа, фонтан должен быть. Как пахнет жареной рыбой, правда? Жареной рыбой вкусно пахнет. Да, вообще. Мы тут вот ходим, гуляем. Да? Да, вообще, это дерево просто волшебное. А вот это вот сделан был такой, типа, фонтан. Мы еще не запустили. Да. Подожди, придем он, еще попозже. Но он не запущен, к сожалению. Красиво. Вообще здесь необыкновенно красивый парк. Просто это такая достопримечательность. И так дальше, 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 и все нефтеглазки. И вот эти розовые. Крупные тюльпаны тут. Да. Смотри, он желтый, такие махровые. Красота. Ну ладно, пойдем дальше. Пойдем к морю. Этот парк расположен на берегу моря, поэтому он такой красивый. Ну, он сам по себе красивый, деревья красивые, но море добавляет красоты любому парку. А это аквариум, там написано. А, точно, это аквариум. А что в этом аквариуме водятся рыбки? Наверное, что. Да, вот это аквариум, в который мы, конечно же, не пойдем, но вам покажем. В следующий раз посетим. Ну, и расскажем, какой аквариум важен. Ой, красота. Черепа. Раскрасили. Да, сейчас будет ветер. О, включи. Мне тут холодно. У аквариума есть платный бассейн в каком-то ресторане. Люди отдыхают. Все-таки у нас праздник. Вот собачки гуляют. А дерево вот это вот, смотри, знаешь, такое с завитоплющем. А, вот точно, Moonlight, и вот здесь пул-бар, ресторан. Да. Здесь есть бассейн с минеральной водой. У кого-то даже видно. Пошли, посмотрим. А, точно, 5 лева. Да, вот он бассейн, его прямо здесь видно. А, точно. Да, вот он, бассейн с минералкой. По крайней мере, здесь поприличнее, чем там на улице. По крайней мере, отзывы такие. Здесь чистенькая водичка. Пойдем, не будем мешать людям. Супер. Солнце, море и вода. Наши верные друзья. Да, мы в нашем любимом месте. Сюда можно подъехать с той стороны и дойти до сюда. Мы даже доходили один раз. Вот такая обстановка. Классно. Войницы. Воины просто. Солдаты. Солдаты. Сегодня день мужества, напоминаю, поэтому все мальчики с пистолетами, с ружьями. Это, видимо, символ мужества у нас. Ну, оружие.
Более того, с оружием, мне кажется, все смелые. Попробуйте быть смелыми без оружия. Вот мудрая мысль такая. Буду ее думать. Как интересно здесь. О, как тут. Слушай, но здесь постоянно купание. Вода еще холодная, тем более здесь так мелко. Да, вон ребята купаются. Так, ну что, мы поднимаемся в парк. Я буду нюхать. Сегодня Георгиев день, и мы такой нашли прекрасный фон для нашего прекрасного видео. Так, вот это центр. Вот это планетарий. Вот пришли, и это звездец. Звездец, да. Там написано, что он звездец? Думаю, что нет. Как нет? А, написано. Другой. А, там есть. Написано звездец. А, нет, это Галилео Галилейное. Внимание. Написано внимание. Объекты под наблюдение. Что-то его унесли куда-то. А, это был Николай Коперник, потому что это, видишь, планетарий Николая Коперника. Потому что... Пошла снимать тюльпаны. Красота. Можно сюда?
Вот, кто-то потерял сердце. Сердце на газоне. Ну, мы ровно на том месте, где мы заходили. Да? Да. Там переход. Так, мы у Приморского парка, и уже нужно переход делать. Да. И мы идем на паркинг. Надеюсь, вам понравилась наша прогулка. Дорогие друзья, мы находимся в центре Варны. Мы гуляли сейчас по парку, и прогулка наша завершилась. Вот это самый центр Варны. Здесь вот вход в центральный парк. И мы на этом прекрасном месте отправляемся на паркинг. Надеюсь, вам понравилась наша прогулка. Приглашаем вас гулять с нами почаще. Всем пока, всем добра и мира, всем привет!